Привет, я Инга, я рада, что ты заглянул на мой канал. И сегодня мы будем с вами есть мармелад. Я обожаю мармелад, вы тоже меня некоторые люди просят. Запивать буду водичкой. Это, как всегда, испанский мармелад. Такой комплект, он стоит 200 с чем-то рублей, 200-300, и тут 200 грамм. Ну, три штучки вчера слопала. Я съела точно мозги, они мне необходимы. Съела одну такую трубочку и одно колечко. А еще давайте приступим. Ой, слюновыделение пошло. Давайте с кока-колей. Из-за вот этих вот, все в этой обсыпке немного расстроило. Кислый. А еще я только сейчас поняла, что меня обманули и положили вот эти червяки дохлые. Я вам фотку вставлю, что я заказывала. Такие толстые гусеницы, которые я уже ела. Они вкусные. По-моему. По-моему, вкусные были. И вот это вот дохлое. Ну, как бы вообще одно и то же. А еще у меня провал в памяти, походу. Я забыла записать вопрос. Кто его писал? Скрин. Привет тебе огромный, прости. Мне про волосы спрашивали. Что-то типа, они хорошо выглядят, в этом суть была. Честно, я вот так не считаю. Тем более, волосы крашу с 13 лет, и я их так убила все. Особенно осветлением последним сзади. Вот это вот у меня чернота была. Но от нее смысл просто не стала. Она все волосы начала окрашивать, остальные. Да особо не видно. Я осветлила, и там такая солома. Вот эти все поломались. Язычки такие, да? Назовем их так. Вот за волосами я особо не ухаживаю. Я их крашу, причем дешевой краской из Стали Лав. В оттенке 7,5, если кому-то интересно. Раньше я красила 8,5. Но мне красный надоело, прям именно красный-красный. Кислю чай. Это рубин называется оттенок. Очень кисло. Краску я тоже заказываю на Валберес. Колечко. Мой голову шампунем Эстель Эльсеф в красном тюбике для окрашенных волос. Раньше еще бальзамом пользовалась, тоже таким же. Но давно не пользуюсь. Пользуюсь бальзамами от краски. Мне они, кстати, очень нравятся. Они тоже для поддержания цвета. Маску делаю. У меня огромная такая бодяга. Мне кажется, я уже ее больше года пользуюсь. И как будто она не заканчивается. Мне кажется, срок быстрее закончится, чем она. Там 8 в одном, по-моему. У меня есть масло флюид, я им не пользуюсь в последнее время. Иногда пшикаю штуку для легкости расчесывания. В принципе, все. Поэтому такие волосы, конечно. Будет кисло.
Поздравьте, наконец-то досмотрел сериал Чикатило. Наконец-то. Времени не было вообще его смотреть. Кстати, только недавно узнала, что он был снят именно для платформы этой ОКО. Но я смотрела на халяву в Телеграме. Кто-то уже хочет посмотреть. Вот сериал Чикатило и все. И смотрите. Правда, в первой группе там часто глючило. Поэтому я иногда последние серии на другой смотрела. То, что они как будто не прогружались. Так нормально посмотрела. Мне понравилось. Конец, конечно, мне не очень понравился. Я думала, к нему хотя бы домой зайдут и его увидят, но нет. Еще пару моментов было блевотных, конечно. Когда показывали, как он откусывает язык и ореол, или как их можно назвать. Это было ужасно. Хотя я даже на Википедии читала, он так делал. Этот немножечко сложно живется, хотя он мягкий. Еще тема за маньяков, да? Я подписана на Дашу Дружи. И вот буквально вот на днях, вчера-позавчера, у нее вышел видос, как она решила побегать в Битцевском парке. Она недалеко живет. Хату снимать там. И ее чуть не того самого. Жесть, конечно. Как хорошо, что с ней все нормально. Такое печальное имя, кажется, я никогда не видела Дашу. Где моя гусеница? Один капель. Ну, кстати, везет. Мне всегда запить. Приходит свежий мармелад. А некоторые отзывы там пишут, типа, твёрдый пришёл, твёрдый. Уже не знаю, какой раз заказываю, мы с вами его едим. Третий, четвёртый, третий, наверное. Может, четвёртый. Все не доем, не дожую, как всегда. Уже тяжело жевать. Змейку точно не буду. Вот это точно съем. Нет, змейку попробуем, ладно. Хотя он такой, сам по себе.
живешь, а ничего не меняется. Вчера попался СМР. Я блогер. Асмуртист. Ела червячков таких. Много-много-много-много просто. Много куча. Я засунула в рот там штук 10, я не знаю. И жевала. Я не понимаю, как. Наверное, было не очень удобно их жевать. Еще начиночка. Вкусно. Я надеюсь, ты кушал вместе со мной. Спасибо тебе большое за просмотр, за внимание. Счастливо. И пока.